Уважаемые друзья и подписчики канала Buan Baby, мы находимся с вами на выставке. На самом деле, это крупнейшая выставка, которая проходит в Кёльне, в Германии, называется Kinderjugend. Она крупнейшая, собирает здесь крупнейших и самых известных производителей. Специально для вас мы постараемся наиболее интересные бренды показать новинки, вот, чтобы вы были в курсе последних тенденций, да, что будет происходить в России в ближайшие месяцы. К сожалению, не все эти новинки будут приходить сразу в Россию. Кто-то с задержкой, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Но тем не менее, в любом случае, если у вас возникли какие-то вопросы, пожелания или что-то такое, вы всегда можете задать нам вопросы. Телефоны, по которым вы можете позвонить, вы найдете внизу в описании. Точно так же вы можете написать WhatsApp, любые удобные для вас средства связи. Задавайте вопросы, мы постараемся вам ответить. Еще один товар, на который мы хотели бы обратить ваше внимание, пока мы здесь на стенде Hauk, это вот этот набор. На самом деле деревянные стульчики Hauk очень популярны в России. Это модель Альфа и Бета. Но обратите внимание, что этот стульчик можно теперь использовать даже с рождения. Если вы купите сразу в комплекте вот такой шезлонг, причем обратите внимание, его можно использовать отдельно, вот на такой подставке, а можно эту подставку отсоединить и установить вот сюда вот на стульчик. Обратите внимание, да, что тогда ребенок сможет использовать этот стульчик с рождения. И потом можно будет этот стул даже трансформировать. И потом, так как он выдерживает до 90 кг, соответственно, даже взрослый может потом уже сидеть. И что здорово, эти стульчики бывают еще в разных расцветках, соответственно, вы сможете легко подобрать под свой интерьер. Вот, как он трансформируется? Сначала, когда ребенок подрастет, вы просто вот эту перекладину снимете. Потом, когда он, допустим, ножки еще подрастут, вот эту перекладину, видите, здесь есть вот такие нарезки, можно будет убрать вниз. Потом, когда совсем ребенок будет большой, все эти вставки можно будет убрать и просто оставить уже вот это место для сидения, а ноги можно будет ставить или сюда на подставку, или на пол. Соответственно, один раз потратив, ну, стульчик стоит в розницу около 6000 рублей, шезлонг, вот трансформер, стоит около 5000 рублей, соответственно, один раз потратив чуть больше 10 тысяч рублей, вы сможете использовать это очень долго.